Ребята, всем привет-привет, всем хорошего настроения. Да, я потихонечку возвращаюсь, меня не было 3 месяца. Ну, скажем так, в жизни моей есть перемены, но это не суть, о чем я хотела сегодня поговорить, о том, что у меня происходит в жизни, я, может быть, как-нибудь потом все расскажу, все постепенно. Да, я вернулась, решила заняться опять. В общем, у меня такие всплески падения. Занимаюсь, блогом не занимаюсь, ну, как говорится, под настроением. Это не мой заработок, это как бы моя душина. В общем, так для души. Для того, чтобы это зарабатывать, это надо, чтобы очень много народа подписывалось, смотрело. Ну, у меня цель как бы другая. Что я хотела сегодня поговорить? Я хотела поговорить сегодня о наболевшей теме и теме вакцинации по поводу ковида. Я в курсе, что в России вакцинируются тоже люди, и достаточно много народу вакцинируется в разных странах тоже. У нас, соответственно, вакцинация тоже проходит. Первый раз я как бы услышала то, что давайте вакцинироваться. Это, наверное, 2 месяца назад на работе ко мне подошел доктор и сказал, говорит, Лана, вы знаете, меня в Америке Светланой не называют, называют меня Ланой. Я уже к этому очень сильно привыкла, даже когда Светлана говорят. Но это отступление. И мне говорит, Лан, а ты не хочешь получить ковид-вакцину? Скажу честно, не хочу. Не хочу по одной простой причине. Я как бы... Не знаю, я не то чтобы не верю в то, что как бы это помогает. Я вообще к вакцинации отношусь очень так бы скептически. Я и своей дочке не делала никогда в жизни вакцинацию от гриппа, потому что считаю, что это мое личное мнение. Грипп и как бы инфлюенция, как ее еще здесь называют, мутирует с каждым годом. И сделать вакцинацию от гриппа в этом году, то есть вот то, что она сделана, это я очень мало народу, кому она помогает. Ну, как помогает, ну, это как вы, знаете, шанс такой, раз, я в этом году не заболела, сделала вакцинацию, о, мне помогла эта вакцина, супер, я ее буду делать. 80% населения, ну, без населения, вру, народу, который я знаю, делавший вакцинацию от гриппа, очень сильно заболевали. Достаточно сильно и настолько сильно, что если бы делали, когда делали, не делали вакцинацию, эта болезнь была у нас простуда, как ее еще называют, намного она-то slowdown, она такая, ну, поболел немножко, температура, а здесь все намного сложнее, получается осложнение. Поэтому я не хочу делать, во-первых, флу-шат, как этот от гриппа шат, ну и, соответственно, от ковида. От ковида почему? Начиталась я очень много, я как бы слежу, смотрю, на Украине, да, по-моему, на Украине уже стали умирать люди от вакцинации. Это как написано. В многих странах тоже есть очень много побочных явлений от этой вакцины. Вакцины не изучены, совершенно не изучены. Особенно, я считаю, вообще, это тоже мое личное мнение, делать эту вакцинацию девушкам и парам, которые хотят
иметь ребенка, потому что неизвестно, как эта вакцина отразится на здоровье, на генетическом и вообще вот все вот это все состояние человека, как это будет, как она будет мутировать, что будет происходить, что будет с организмом, никто ничего не знает. И действительно очень много я слышу, что побочных явлений достаточно много. И я не знаю, как в этом. Мне очень интересно, как относятся люди к этой вакцинации. Я знаю, что на работе у нас очень много народу вакцинируется. А в школах, где работает мой муж Дима, тоже вакцинируют. В первой линии стоят, конечно, все доктора, медперсонал, то есть это мы. И нам в первую очередь предложили как бы эту вакцинацию. Потом идут школы, учителя, административный состав. Всех предлагают эту вакцинацию. Вакцинация происходит у нас, то есть школа договаривается там с какой-то фармаси, с аптекой или с каким-то госпиталем или с кем-то, и вот происходит вакцинация. Очень много народу, которые очень хотят эту вакцинацию. Я не знаю причину, мне даже вот интересно, вот напишите ваше личное мнение по поводу всего вот этого, что происходит. Я знаю очень много народу после того, там, как переболели, все надо там вакцинацию, надо все это. Ну, не знаю, вот не знаю, скептически я к этому отношусь. У меня вот неизученные это вот. Тебя вкалывают неизвестно что. Да, проходили лабораторные исследования. Да, многие ученые изучают и проходили там определенные стадии этой вакцины. Но все же, я не знаю, как можно хотеть вколоть в тебя то, что путь не изучен. Для меня это большая загадка, и мне просто жалко людей, тех, кто потом вот что-то с ними происходит после вакцины этой. Мне прямо, честно говоря, очень жутко. Не знаю, как происходят дела в таких населениях, маленьких населенных пунктах, что у них там слышно об этой вакцинации. Вот. Я знаю, что здесь у нас да, много хотят эту вакцину от этого ковида, но суть-то в другом еще. Сейчас, на данный момент, идет новый, как бы, этот ковид, он мутировал, и все достаточно интересно происходит. То есть сделали человеку это шат от ковида, так ковид пришел он другого с новыми элементами, и этот шат уже не работает. Смысл? Так же, как и флу, грипп, ковид мутирует. И причем надо сделать не одну прививку, а их две надо сделать. То есть, как вы понимаете, сделали один шат, через какое-то время делается другое. То есть двойная доза человеку вводится. Мне вот очень интересно просто общественное мнение по этому поводу. Может быть, я что-то не понимаю. Может быть, я так к этому отношусь в реальности по-другому. Но вот прям вот не лежит мне душа к этой вакцине, не лежит у меня душа к таким новоиспеченным введениям. Я не знаю, кто говорит, что это будет обязательная вакцина. Вообще, без этой вакцины нельзя будет покинуть страну, нельзя будет пересекать границы. Кто что говорит? Мне вот интересно
Просто общественное мнение. Ребят, напишите, пожалуйста, что происходит у вас с вакцинацией в вашем городе. И как вообще вакцинирует ли народ сейчас. И будет очень интересно вообще почитать и узнать мнение других по поводу вообще всей этой происходящей ситуации, потому что эта ситуация захватила весь мир. Мы находимся в такой сейчас в жизненной позиции в масках. То есть без маски мы никуда. Уже такой, даже говорят, что так между собой. Каждая маска под свой наряд. Да, сейчас есть и с блестками маски, там с зайчиками и со всеми делами. Дети в школе в масках, это зло, это ужасно. Народ на работе в масках. Мало того, что они еще и в спортивных залах в масках. Слава богу, что в бассейне не надо в масках плавать. Вы представляете, да, что это такое? Вот. И неизвестно, когда эта ситуация вся разрешится и сколько это продлится. Ваше мнение. Сколько это еще продлится и насколько долго нас будут еще мучить и сколько долго мы еще будем это переживать. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь вместе с нами. Всем пока-пока.